Всем добрый день! Меня зовут Сыч Анастасия, я психолог и дефектолог и по совместительству мама двух очаровательных дочек. Я поддерживаю проект областного союза женщин «Мама дома» и хочу показать вам видеоурок на тему создания тактильных бассейнов в домашних условиях. Для этого нам потребуются контейнеры разной величины, различная наполняемость. Это могут быть макароны, кофе, фасоль, горох, манная крупа. Все зависит от возраста ребенка. Внимание, до 3 лет такие игры только в присутствии взрослых. Также дополнительно игрушки. Здесь у меня собраны ракушки, здесь собраны у меня игрушки из лего. А в этом контейнере у меня собраны много-много животных, птиц, мягких, пластмассовых и деревянных. На самом деле, если вы разберете дома игрушки ребенка и разложите это по тематическим контейнерам, так будет намного легче. Ну и займет вашего малыша на пару часов, а может и дней. Итак, мы высыпаем фасоль в контейнер. И наша игра начинается. Здесь можно разыгрывать сюжеты с машинами, гонки. Это могут быть такие игры, как «Узнай на ощупь» или «Спрячь, а я угадаю». Здесь вы можете разыгрывать сюжеты из любимых литературных произведений и мультфильмов. Это позволит вашему малышу и скоротать время за любимой книжкой. А для самых маленьких у меня собран вот такой вот бассейн со смешариками-шариками, где ребенок может подкидывать, складывать, раскладывать. Что еще нужно малышу до 2 лет? На самом деле все зависит от фантазии вашего ребенка. Но прошу вас, не ленитесь и помогайте вашему ребенку первое время придумывать сюжеты и показывайте, как безопасно играть. Ну, а мы от вас ждем новых сюжетов. Как же заниматься с детьми дома и чем их занимать, и размещайте свои видео с хэштегом «Мама дома». Спасибо за внимание!